Начнем мы со специального предложения только сегодняшнего дня. Ну, один вид Ани доказывает тот факт, что сегодня это самое лучшее платье на весь день. Потому что эксперты для себя все самое лучшее сразу забирают. Итак, платье Аннушка. Аннушка. 1499 рублей. И у нас для вас есть несколько цветов. Первый цвет, который вы видите на мне, обратите внимание, это черный с красными розами. Отличный вариант для тех, кто любит быть и ярким, и в то же время стройным. Но это не только единственный цвет, который мы для вас приготовили. У нас для вас приготовлено еще много цветов. Следующий цвет, который у нас есть для вас, это белый с сиренью. Вот он, этот цвет, который вас будет радовать своими сиреневыми цветами. Такой более освежающий оттенок. Ну, выбирайте, конечно, свой цвет, который вам нравится больше всего. Лично я сегодня голосую за страсть, поэтому Аннушке отдаю все приоритеты. Ну, так и это еще не все, Олечка. Посмотри внимательно. Здесь у нас еще есть цвет. Посмотрите, какие розы на синем фоне. Отличный вариант для тех, кто также хочет быть стройной. Вау! Следующий цвет. Это вообще кружево! Серые розы, Оля. Ну, посмотри, правда, напоминает, как будто бы кружевное полотно. Отличный вариант для тех, кто тоже любит нежность, яркость и женственность. Итак, 1300 рублей сегодняшней вашей экономии. Смотрите, скидка практически равняется стоимости. Почему, скажете вы? Потому что это специальное предложение только одного дня. Телеканал Shop & Show сегодня выбрал в качестве спецпредложения хит-продаж платье Аннушка. Сделал на него максимальную скидку. Эта скидка будет действовать только один день до 8 часов утра. Поэтому, чтобы не прогадать с размерами, чтобы не потерять свой самый любимый цвет, звоните с самого утра и откладывайте свое платье. Оплачивать его сейчас не нужно. У нас и звонки бесплатные, и оплата по факту получения на вашей ближайшей почте. Не сейчас. Ну, а вот как раз мы видим, как это платье сидит на наших девчонках. Девчонки у нас имеют разные размеры, и вы можете сравнить и представить, как на вас будет сидеть это платье. Люба у нас носит 48 размер и выбирает платье себе 48 размера. А Марина носит у нас 50 размер, выбирает платье себе также 50 размера. Вот, то есть как вот надо правильно выбрать размер. Сейчас нам Аня скажет, что размер у нас от 46 до 60. Ань, ну вот, например, скажи, грудь большая, да, а бедра маленькие, вот у меня так. Или наоборот, бедра большие, грудь маленькая, ну не буду говорить, как у кого. Так, Олечка, все очень просто, ориентируемся по самому большому месту своему. Понятно, сделали замеры, поделили пополам и звоним в колл-центр, сообщаем. Либо, знаете, просто, если вы переживаете, подойдет, не подойдет размер, сделайте замеры и сразу звоните в наш колл-центр. У нас там такие добродушные, замечательные люди работают, они вам сразу скажут, какие параметры у вас и чему они соответствуют, какому размеру. 1499 рублей за ваш новый освежающий образ. Слушай, из чего сделано платье? А ты посмотри, Оль, внимательно, какая мягкая и комфортная ткань. Посмотри, как она тянется и хорошо возвращается обратно. А это значит, что это трикотажно-вискозное полотно, которое всегда будет комфортно в носке. И, между прочим, большой состав в этом полотне – это вискоза. Слушай, я еще обратила внимание, что вискоза вообще разная бывает. Бывает как тоненькая, как вторая кожа, легенько-легенько. В данном случае вискоза достаточно плотная. Это хорошо. Сейчас да, это зима, действительно мы хорошо. Мы еще не перезимовали до конца. Но, с другой стороны, она очень мягкая, нежная. И даже такая бархатическая такая основа. Ты знаешь, да, она действительно напоминает, как будто тонкая-тонкая шерсть. Мягкая, комфортная и приятная. Но в то же время она действительно будет комфортна не только в зимний период, но и также, Олечка, ты с удовольствием это платье будешь носить и летом. Ну, конечно, не в жару 30 градусов, но до 25 градусов тепла вполне комфортно себя будешь чувствовать. Вот, друзья, если вы привыкли к комфорту, повышенному комфорту, платье Аннушка вам обеспечит это. Ну и только сегодня Аннушка представлена по специальной сниженной цене. 1300 рублей – это ваша скидка. И скидка практически равняется стоимости сегодняшнего предложения. 1499 рублей за вашу стройность, и вы со мной не поспорите, 50-й размер вы сейчас наблюдаете, и за вашу свежесть и молодость. Слушай, когда цветы расположены на платье, на блузах, они, правда, добавляют молодости и свежести, согласна? Я с тобой полностью согласна. Вообще, цветы – это очень женственный вариант одежды. Ну, а мне, в свою очередь, хочется
просто заглянуть внутрь. И, Ольга, сразу тебе скажу, это брендовое платье, бренд Лавира. И здесь совершенно не страшно заглядывать внутрь. Давайте посмотрим, какие швы. Вот они. Здесь у нас с вами наблюдаются, что и нитки подобраны, и в цвет, и качество ниток здесь также отличное. Ну и, конечно, видно, что профессиональные машинки поработали над этим шедевром. Да, здорово. Я люблю качество. А то, ты знаешь, вот эта зыбкая область горловины чаще всего и быстрее всего выходит из строя. Поэтому вид уже не тот, поэтому определяем это платье на дачу, не дай бог. Здесь все качественно, это брендовое платье Лавира. Очень нежная, приятная ткань. Слушай, я еще обратила внимание, что девчонки высокие, но длина практически закрывает колени, правда? Ну, девчонки высокие, но посмотри, прям до середины колена у них. Если вы хотите представить, какой длины будет вам платье, возьмите сантиметровую ленту и отмерьте на ней метр, ну, плюс-минус 2 сантиметра. Приложите к плечевому шву, и тогда вы точно представите, какая длина будет именно у вас. Ну, я вот смотрю сейчас на девчонок, ручки у них не полные, но, знаешь, вот с возрастом они становятся полнее, естественно, и хочется спрятать вот эту зыбкую область, да, начало плеча, начало руки. Скажи, пожалуйста, будет ли здесь комфортно пребывать и тянется ли здесь? Да, так? Олечка, посмотри, здесь она как раз тянется. Во-первых, не переживайте для тех, у кого полные ручки. Вот эта часть отлично тянется и никакого дискомфорта не доставит. Ну и, конечно же, сразу мы переживаем за подмышечную впадину, чтобы тоже ничего не давило. Посмотрите, отлично тянутся швы. Это говорит о качестве машин, которые поработали над платьем. Отлично все тянется, поэтому вы всегда будете чувствовать себя комфортно. Ну, я еще обратила на Анну Галкину. Нонечка, повернись, пожалуйста, к зрителям. Какие у тебя точеные плечи. Да, Олечка, у меня плечи, на самом деле, еще очень широкие, но плюс еще они точеными стали, и потому, что здесь у нас с вами есть подплечники. Олечка, подплечники знаешь, для чего делают? Для чего? Ну, вот как раз, чтобы и плечо у вас было действительно точеным. Вот она, сразу образуется правильная форма плеча. Какие бы у вас ни были плечи, покаты или девушка широкоплечья, эти подплечники вам не помешают. Они только создадут правильную форму. Вот так, идеальная форма, это раз. Прекрасно тянется ткань, а значит, это идеальная дистанционная покупка. Ну и размеры от 46 до 60. Звоните, пока все размеры в наличии. Звоните, пока все цвета выжидают именно вас. Представьте себя. Слушай, Аня, вот скажи, пожалуйста, вот куда бы ты отправила Марину, Любу и себя в этом платье? Ты знаешь, это платье вообще универсальное. В нем можно ходить куда угодно. Хотите на работу? Пожалуйста. Хотите встречаться со своими друзьями? Почему бы и нет? Вечером в кафе в этом платье вы будете просто звездой. Ведь цветы всегда привлекают внимание не только женщин, но и мужчин. О, если вы хотите привлекать внимание всех окружающих, если вы та женщина, которая всегда в центре внимания, непременно закажите платье Анушка. Но тем более, что сейчас семейный бюджет уж точно не пострадает. Ну и, конечно, сейчас платить ничего не нужно. 1499 рублей эту сумму вы оплачиваете по факту получения, не сейчас. Но я бы хотела спросить самый главный вопрос. Сейчас купили, но нам нужно, чтобы дольше носилось, правда? Как ухаживать за этим платьем, чтобы оно всегда было гладенькое, без катышков и красиво яркое? Олечка, оно всегда таким и останется, потому что качество бренда Лавира – это качественные ткани, а качественные ткани – это качественный прокрас принта. Поэтому стираем смело в стиральной машине и не боимся при деликатной стирке и низкой температуре.